Всем привет! Мы с вами находимся в древней местности. С вами я, Михаил Пайкин, антрополог, естествоиспытатель. И мы с вами сегодня находимся возле древнего камня. Это первое, историки говорят, что это первое изображение ныряльщика. Вот вы видите, здесь изображен человек. Вот мы видим две его ноги. Вот одна, вот вторая нога, вот его корпус. Вот голова, рука, и вот море, в которое он прыгает. Вот такие вот рисунки нам оставили древние люди, чтобы... На самом деле этот рисунок, конечно, символизирует прыжок в свободу. Вот. Дальше непосредственно находится сам вот колодец, в который они прыгали. То есть они... Долго смотрели вот на этот рисунок, а потом разбегались и прыгали вот в этот черный. Давайте подойдем, откроем крышку и посмотрим, как сейчас там, можно ли нырнуть. Ну, мы видим, что нырнуть нельзя болтом. Очень серьезным болтом прикручена крышка. Совершить прыжок в свободу больше нельзя. Нельзя.